Всем привет! Мы сегодня с вами приехали в проект Laguna Beach Resort 3, или как его еще называют, Мальдивы. А сегодня мы хотим поздравить клиента, который покупал у нас квартиру в этом проекте, с новосельем, подарить ему подарок. Но прежде чем мы пойдем познакомимся с ним, мы сначала по территории погуляем, потому что я здесь не был с момента сдачи проекта в эксплуатацию. Мне самому интересно, что они вообще сделали. Вообще сделали неплохо. Я до этого этот проект видел только на макете, вживую первый раз. Мне нравится, похоже на какие-то джунгли. За моей спиной находится клубный дом. Это место, где тренажерный зал, где офис управляющей компании и где будет очень много коммерческих помещений. Пойдемте посмотрим, что уже сделали. Здесь спортзал, офис управляющей компании прямо за стенкой. Все, что за стеклами слева, справа, это коммерческие помещения. Проект был сдан в эксплуатацию несколько месяцев назад, поэтому еще не распаковались все. То есть здесь будет такая мини-плаза, то есть как маленький торговый центр, где можно будет купить какие-то продукты там первой необходимости. Прикольная идея. Сразу видно, в каком коммерческом помещении будет находиться массажный салон. Здесь есть лифт, который может поднять вас наверх, и там будет еще один бассейн и зона для загара и отдыха. Мне нравится, как сделали. Мы поднялись наверх. Здесь тоже очень большой бассейн, есть сауны. Молодцы, здорово, очень круто сделали. Вообще, я не знаю, сколько градусов сегодня на улице, но по ощущениям все 800. Я где-то сейчас даже глубоко в душе завидую всем людям, которые сейчас здесь купаются. Это примерно спальные квартиры в Мальдивах. Здесь 42 квадратных метра. И как раз вы сейчас видите та комплектация, которая предлагается застройщикам. То есть Мальдивы продаются со всей встроенной техникой, то есть с плиткой, со всей кухней, с вытяжкой, с кондиционерами, светом. И частично еще идет мебель. По факту, что остается докупить? Нужно купить будет холодильник, микроволновка, телевизор, постельное белье, шторы, ну и какие-то мелкие элементы декора. Здесь у нас в спальне идет уже встроенный шкаф. В спальне также есть кондиционер. И санузел. Санузел полностью готовый. Здесь все уже есть. Нужно будет докупить только уже собственные там банные принадлежности. За счет того, что вся техника и мебель, как правило, производится в Таиланде, она недорогая. Если говорить о микроволновке, можно купить в районе 1500–2000 бат. Телевизор хороший с диагональю там 45-50 дюймов можно купить в районе 13-15 тысяч бат. Постельное белье 2-3 тысячи бат. Единственное, что дорого в Таиланде, это шторы. За счет того, что здесь солнце круглый год, здесь нужны очень хорошие шторы с подкладкой. Вот они, как правило, шьются на заказ и стоят в районе 30-50 тысяч бат. Холодильник можно купить в районе 12 тысяч бат. Ну, первое впечатление в проекте очень положительное, здесь приятно находиться. Сейчас уже идем за подарком и идем встречаться с нашим клиентом. Вообще, если вы были у нас на сайте, вы, наверное, замечали, что есть такой раздел, как акции. У нас постоянно проводятся какие-то акции для наших покупателей, это бонусы идут для клиентов в зависимости от проекта. Для этого клиента у нас в подарок идет телевизор, и еще мы оплачивали перелеты до Таиланда и обратно. Напоминаю, Мальдивы находятся в районе Джамтиен, до моря здесь примерно 900 метров. Но несмотря на это, как во всех новых проектах, здесь есть электрокары, это бесплатный трансфер для жильцов до первой береговой линии. Мальдивы славились тем, что у них была задержка по строительству, но эта задержка, в принципе, там в адекватные какие-то рамки уложилась. Как видите, проект завершен, сдан в эксплуатацию, люди заселяются, все счастливы, все довольны. Кто-то, наоборот, сказал, что нам только на руку было, что задержка была, потому что рассрочка растянулась на подольше. В общем, все равно все пришли к хэппи-энду, и сейчас мы идем уже дарить сам подарок. Чувствую себя как тайский Санта-Клаус. 703, 704. Здрасте. Да, вы нас услышали. Здравствуйте. Здравствуйте.
Елен, здравствуйте. Хотел бы поблагодарить вас за то, что воспользовались услугами нашей компании, купили у нас квартиру. Добро пожаловать в Таиланд. Спасибо. Елена, расскажите, откуда вы? С какого города? Я из города Владивосток, Приморский край, Дальний Восток. Мы с вами земляки почти, я с Хабаровска. Угу. Как давно вообще вы купили эту квартиру, как давно была сделка? Сделка, по-моему, была в июне 2014 года, если не ошибаюсь. Угу. Вот. Купила я квартиру, находясь в городе Владивостоке, просматривала проекты просто. То есть угу. Через отзывы о вашей компании в интернете по Таиграду я зашла на страницу вашей компании, угу. Увидела там самый раскрученный проект на угу. тот момент, Мальдивы. Полистала, в общем-то, ссылки все, изображения, видеоролик посмотрела, мне он понравился. Обсудила со своими родителями, с мужем, ну и угу. решили вложиться в этот проект. То есть вы еще брали это первоначальный этап строительства, были только фотографии, видео не было? Был видеообзор. Презентации? Да, презентации, квартиры, вот, да, образцы квартир, угу. как оно будет. Да, по видеоролику, грубо говоря. На тот момент был на уровне четвертого этажа строительства, угу. было нескольких зданий. Большинство людей боится покупать квартиру дистанционно. Все говорят, что это не маленькое вложение, что надо приехать вживую, посмотреть и прочее. Многие боятся. Как вот вы решились пойти на это, что купить квартиру дистанционно, не видя вот проект вживую? Ну, как-то вот решились. Ну, одни знакомые покупали только в другом проекте, в Атлантисе. Угу. Как бы, все хорошо. То есть они покупали на момент еще только получения разрешения на строительство. Застройщиком. Угу. Как бы вложились, проект в итоге Атлантис, он как бы вполне такой. И выглядит он в принципе как должен быть на проекте. Сейчас он действует, как мы заезжали, смотрели этот проект Атлантис. Деньги там не потеряли, то есть люди спокойно вложились, сейчас живут. Все хорошо. Поэтому мы решились вложить. Ну вы сейчас вместе приезжаете со своими соседями сюда? Ну. Получается пересекаться? Получится в следующем году, пока малышка еще не подросла, не получается. Но, к сожалению, другие. Периоды. Yeah. Но у меня еще старшая в первом классе училась, как бы школу пропускать тоже не резон был. Uh-huh. Обычно, да, я хочу тоже на зимний период приезжать, хотя бы на месяц, на два. Пока летом получается. Ну, я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что согласились дать отзыв о покупке, побеседовать с нами uh-huh. пару минут. Телевизор ваш? Можете просто спуститься на первый этаж в офис управляющей компании, там есть персонал, они бесплатно uh-huh. это все сделают, все повесят. Хорошо. Здесь даже русское телевидение есть, несколько каналов. Ну, замечательно. Хорошего отдыха вам. Ага, спасибо. В общем, еще на одного довольного жильца стало больше. Не забывайте спрашивать у наших менеджеров, когда вы ведете вопрос о покупке недвижимости онлайн, не забывайте спрашивать, действительно ли какие-то акции, потому что мы работаем уже давно с застройщиками, на те или иные варианты, на те или иные квартиры мы можем договориться с застройщиком либо на дополнительный мебельный пакет, либо на компенсацию авиаперелетов и очень много дополнительных услуг. В общем, не забывайте и не стесняйтесь спрашивать это у ваших менеджеров. На сегодня все. До скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, покупайте квартиры. И до скорых встреч. Всем пока.